Константин Хабенский и Михаил Пореченков уже долгие годы дружат. Их дружба зародилась еще в студенческие годы. Актеры вместе сыграли во многих кинолентах. Их смело можно назвать настоящими друзьями, так как в самые сложные моменты жизни были рядом и поддерживали друг друга. Несмотря на все нынешние достижения артистов, с теплом и уважением относятся друг к другу и называют Поречи и Хаба. И Константин, и Михаил готовы общаться 24 часа в сутки, но из-за большой загруженности не могут часто видеться. Александра Робок и Максима Лагашкина связал театр имени Маяковского. Оба в нем играли, и там зародилась их дружба. Сейчас Александр и Максим относятся друг к другу, как настоящие братья. Вместе они прошли многое, было и хорошее, и плохое. У друзей были тяжелые времена, но этот период их сплотил и сделал дружбу только крепче. Актеры дружат с семьями и часто отправляются на совместный отдых. Федор Добронравов и Сергей Дорогов дружат еще со студенческих лет. Вместе учились в театральном училище и строили планы на будущее. Всегда друг друга поддерживали и никогда не завидовали. Вместе актеры снимались в различных проектах, особенно запомнился их дуэт в телепередаче «Шесть кадров». Сергей благодарен Федору за его постоянный оптимизм, который был даже в период их творческого кризиса. Ростислав Хаят и Леонид Борация с первого класса вместе. Их дружбе больше 40 лет. Вместе друзья стремились к своей цели и стали успешными актерами. Актеры могут ссориться, но быстро мирятся. Их дружба честная и открытая. Ростислав и Леонид мыслят в одном направлении и при необходимости всегда рядом друг с другом. Евгений Стычкин и Александр Носик знакомы с детства. Актеры росли в одном дворе, ходили в одну школу, а после их связала одна профессия. Евгений и Александр со школьных лет служат друг для друга опорой. Можно сказать, что они братья, так как у них есть общая сестра. С годами их дружба только становится крепче. Спасибо за ваше внимание. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.